В прошлой части рубрики «Такой разный геймконстракт» я показывал самые атмосферные версии знакомой карты. Ну а сегодня ваша любимая жуть. Итак, у нас самые жуткие версии геймконстракт. ГМ Керстракт. Карта, в которой что-то явно пошло не так. Да тут все не так. Эта карта вызывает очень много вопросов, за что и получает место в этом списке. Не думаю, что на этой карте кто-то в здравом уме будет играть. Нет, я не могу молчать. Почему этот дом такой большой? Почему этот дом такой маленький? Что это? А это что, блядь, такое? Автор, что за пи***ц? Это просто, ну, край, ну, ё... ГМ не было констракт. Этот ГМ-констракт находится где-то в туманности, где спавн — это космическая база. Все здания на этой карте имеют потрепанный вид, а кольца метеоритов окружают их. Складывается ощущение, что эту часть констракта просто вырвали из земли. Также, как уже говорилось ранее, тут есть космическая база, на которой могут быть люди. Эта карта неплохо подойдет для какого-нибудь локального РП, но как пофиксить ероры, я так и не понял. Game Construct — абсолютно нормальная версия. Наступает ночь, и констракт затихает. Теперь он не кажется таким безобидным. И именно так должен выглядеть Game Construct по версии игроков, которые верят в крипипасты. Тут есть все, что вам нужно. Мрачная и гнетущая атмосфера. Тени в воде. Куча трупов в разных зданиях. Логово мясного и многое другое. Хорошая карта для Хэллоуина. Ну, а мы идем дальше. ГМ Void Construct. Это самая странная версия нашей любимой карты. Абсолютный хаос, граничащий с безумием и полным одиночеством. Само время тут утратило какой-либо смысл. Время словно замерло, словно остановилось. Как вы, наверное, уже догадываетесь, в этом мире есть только вечность, которая медленно, нехотя, но все же течет. И это течение, скорее всего, уже не остановить. The Construct Conspiracy. Этот констракт с виду кажется простой версией из 10-го Гаррис мода. Но это только с виду. Эта карта является экранизацией одной старой пасты про то, что именно здесь Гарри следит за игроками. Темная комната была предназначена для того, чтобы сделать вход в нее еще более незаметным. Может, именно поэтому люди думают, что тут живет мясной. Они видели силуэт в этой комнате и думали, что это он. Но на самом деле, это Гарри, который следит за игроком. Ладно, это уже шиза. Чтобы открыть вход, вам нужно найти секретную кнопку, которая находится под плакатом Борн. Добро пожаловать в лабораторию Гарри. Тут есть оружейная и лаборатория. По сути, это просто дополнительные комнаты, но с предметами, которые можно создавать на специальной панели. Также камера МК Ультра. Это кодовое название данной программе экспериментов на людях, некоторые из которых были незаконными. Если интересно, погуглите, но это уже выходит за рамки Гаррис мода. Я очень рекомендую к ознакомлению данную карту, так как она действительно выглядит офигенно. Эх, вот бы такую карту, но с нынешним констрактом. Если вы хотите продолжения этой рубрики, то ставьте лайки, смотрите, и если будет хороший фидбэк, выйдет третья часть. Всем adios.